Вот это размер, друзья. Вы на канале Грибоискатель. Я вас всех приветствую. Подписчики, гости моего канала. Сегодня мы, как всегда, с Папаном приехали за грибочками. Как видите, подосиночки уже есть. Но мы, конечно, хотим беленьких найти. Но и все съедобные грибы нас тоже устроят. Поэтому мы идем с вами в лес. Такой лес интересный. Калужская область. Сегодня август у нас, 6 августа, кстати. Вот. Мы отправляемся с вами на грибалочку в этот лес. Классный лес такой, тут болотистый такой, елочки, березки, мох, все такое. И белых здесь мы косили, кстати, очень много, где-то недели 3 назад. Поэтому есть надежда, что и сегодня будут грибочки. Ну что ж, оставайтесь на канале, друзья. Пойдемте с вами в лес за грибами. Привет! Мы забрели в чащу леса. Смотрите, какие кабаны стоят. Наверное, плохие. Хотя мы сейчас посмотрим. А тут я рядышком, смотрите, какой заприметил. Стоит в мху. Или в мхе. Ух, размер-то у него какой. И, кстати, чистые. Под шляпкой. Красота. Давайте посмотрим на кабанов. Ну, чисто одним глазком одного посмотрим, второго не знаю. Ну такой, даже не знаю, может взять, брать, не брать, не знаю. Ладно, пойдем с вами дальше в лес. Так, друзья, вот дошли мы до того места, где беленькие растут. Я там вижу одного кабанчика, но он, наверное, уже закончился. А вот рядышком, смотрите, шляпка темная. Давайте посмотрим. А! И этот тоже, к сожалению, закончился весь червивый в хлам. Да, беленькие уже всего. Но подосиновики, конечно, чистые оказались. Смотрите. Чистоган. И, кстати, попались грузь. Вот. Грузь синеющий. Видите, какой мохнатый. Красавчик. В засолку пойдет. Так что вот начало есть. Пойдемте дальше. Такая здесь светлая березовая роща. А справа ельничек. Вот на границе этих двух лес. Вот стоит подосиновик. Розовеющий. Ой. Подосиновички. Белых пока нету. Но это тоже неплохие грибочки, друзья. Пойдемте дальше. В березовую рощу походим. Продолжаю идти кромкой леса. Смесь елового и березового. И вот. Смотрите, какой он. Ну, кстати, хорош. Ух ты. Богатырь. Комары прям на голову. На глаз сел. Хотя комаров немного. Ну, смотрите. Какой, какой, да? Богатырь. Подосиновик богатырь. Ух. Мощный. Папан-то. Передавай привет, Папан, подписчикам. Нечем передать, не вижу грибов. Ничего, сейчас дойдем. Есть же подосиночки. Ну вот, друзья, зашли мы в елочки. И тут, смотрите, даже беленький стоит. Ну, такой, конечно, погрызанный весь. Наверное, уже нехороший, хотя... Так, а вот, а здесь что? Ага, еще один. Смотрите, беленькие грибочки-то есть, оказывается. Вот. Ха, неплохой. Есть белые грибы. Отлично. 6 августа, друзья. 6. Продолжаем. Так, друзья,
Что-то жарче становится. Смотрите. Опа! А это уже молодой белый. И смотрите, это как бы уже не еловые, а такие осенние темношляпы. С попаном мы их назвали El Negro. Вид бел. О, вот это вам твердый кубарик. О, точно чистый. И смотрите, что я еще заприметил. Вы, наверное, даже не увидите. Хотя, не, видите? Я его сам еле заметил. Маленький подосиновичек, смотрите, вообще крохотуля. О, фу, карандаш. Комары атакуют. Едят потихоньку. Фу, дюка-дюка. Ну, друзья, даже подберёночки попадаются. О, смотрите, молодой. Отличительная черта подберёзников. Под шляпкой вот такой вот круг из дырочек. Ни с чем не спутаешь подберёзовик. Красота. То есть есть грибочки, друзья, в лесу. Немного, но есть. Заглянул под елочки, друзья. Класс, смотрите. Стоят. Аж камера не фокусируется. Молодые и белые. Опа-на. Опа-на. А это кто? Смотри. Еще один. Вот это да. Ножки немножко мягкие, а? Ну, потому что ее кто-то подъел. Это белые. Есть белые грибы, друзья, есть. Надо их искать. Сейчас пойдемте дальше в елочки. Лазим по елочкам. Смотрите, в елочках стоит. Ха, подосиновик. Розовеющий. А вот здесь вот, смотрите, валяется белый, а рядом стоит маленький, такой беленький, смотрите, молодой. А? Есть беленький. А вот я вижу, там еще какая-то шляпка. Видите? Как туда добраться-то? Вон еще, смотрите. Это кто? А, ну это какая-то поганка. А там... А там я точно вижу. А, пробираю сквозь ветки. А. Это подосиновик, друзья. Смотрите, какой классный. Не зря я к нему тут пробирался. Через дебри. О, еще. Смотрите. Аж камера не фокусировалась. Смотрите. Вот какая красота. Оп. Смотрите, какие хорошие два. Красавцы. Ну, кстати, дождик начался. Небольшой. Вот это картина, друзья. Ха! И все-таки белые есть, смотрите. Молоденький. Уа, ну-ка, давайте его. Опа, ямочку присыпем. Так. Уа. Еще? Разведка докладывает. Раз, два, три. Ух ты. Три белых. Классно. А этот? Подосиновики обалденные, Миш. Ага. Смотрите, друзья. Вот это вообще шикарный белый попался. Ё-го. Надо же не фокусировать с камеры. Темно еще. О, какой он твердый. О, вот это грибище. Смотрите, какая нога. О, класс. Обалдеть. Все. Все. Заждались? Конечно, все. Вот идем. Где они? Смотри. Так, здесь, опа, она. Это смотри. Кто? Раз, два, три. Вон, смотри, под елкой там. Ух, елка. Давайте собирать сразу, друзья. Белые. А тебе зрители помогают собирать? Да. Давайте там вместе, конечно. Так, кто-то им ноги погрыз. Я не но шляпки хорошие. Так, а этот? Да, ноги ему. А, это вообще червивый. Так, один не пойдет.
Так. А где еще-то? О! Ёлка-ломаная, какая красота, друзья. Смотрите. Ух ты, как жизнь загнула. Ну это уже, да. Это мне. Мой пенсионер, лучший друг. А это, смотрите, какой, друзья. Ну тоже нога мягкая. А вот он еще. Так. Ой, и еще. Сколько грибов, друзья. Конечно, нога мягкая, она у него затекла, он на одной ноге стоит. А вот этот хороший, молодой. Ух ты, это классно, друзья. Ну и смотрите, какой букет еще стоит. Это вообще чудо. Ага. Смотрите, какое чудо. Сразу три, а вон еще четыре. Видите, еще один. Фантастика, все. Счастье есть, друзья. Сейчас сфоткаем и продолжим съемочку. Мы их догнали, видимо. Потому что зашли, их не было. Он еще увидел. А, нет, это. А там белый стоит еще. Белый, там два их. Ух ты, все. А будем косить. О, красавцы какие. Давайте их сорвем, друзья. Подосиновик. Опа, он розовеющий. Вот это красавцы вообще. Классные подосиновики. Они здесь, кстати, обычно червивые. А сейчас они чистые. Три. Смотрите, какие красавчики. А вот еще. Еще маленький. Ой-ой-ой. Красотуля. Во, четыре мушкетера. И там еще белый. Ну что, белый скажет? О, тут сразу два белых. Так. Ну, не знаю, может быть, шляпка пойдет. Их маленький. Да, есть грибочки, друзья. Особенно, когда разведка ищет. Если нас они не есть, были. Да. Ладно, продолжаем. Еще один беленький, друзья, смотрите. Молодой. О, хороший, молодой, белый гриб. Так, мы когда-нибудь пойдем, нет? Пойдем, вот сейчас грибы еще соберу и идем. Белые все попадаются. Уже попали все, какие были. Не. Какой красавчик стоит. Молодой, беленький. Красота. Есть еще грибы, друзья. Папан там грузди собирает. У меня синеющий груз попал. Тоже хорошо. Грузики. А так смотрите, друзья. Дно уже закрыл, даже уже четверть корзины есть. Так что вот грибы попадаются. Тут папан грузди закашивал. А рядышком, смотрите, какой красавец. В мху стоит. У нас разный профиль у нас. Грибной. Опять комары живут. А стоит начать снимать, начинает есть комары. Ух, кстати, а гриб такой. Ух, твердый какой. Красавчик, отлично. Благородный, да? Да. Посмотреть, что ли, на чистоту сразу, а? Ну-ка. Сейчас вот так. Как его чистить? Ну нет, смотрите, червивый, друзья. Хотя твердая нога была. Да, жалко. Смотрите, друзья, дальше срезал. Беленький-то. Чистый. Это только вот нога вначале была. А потом, смотрите, раз, и уже чистый сразу. Так что шляпки чистые. Отлично. Набрел на стадо оленей. Вот. Ух ты. Сколько лет-то на этом месте? Лет 20, больше собираем. Вот это гриб, друзья. В этом году они опять, видишь. Значит, их... и в том месте у нас. Оленей рост. Второе место у нас. Там тоже нам есть. Да? Да.
Смотрите, сколько их, друзья. Мы этот гриб любим и едим его. Но на любителя. Нам нравится. Вот это грибок, друзья. Мы счастливы. А где у него? Там ножка-то, здесь шляпка, наверное, да? Длинная-то. Ну-ка. Как его сорвать-то даже? Никак, но срезаем обычно. О, смотрите. Красавчик. Шикарный гриб, как макарончики лесные. Вот это красота, друзья. Да, счастье. Это... Давно не находили. Скорее давай хватать уже. Погнали. Смотрите, сорвали гриб-олень. Называется, кстати, по-другому ромария желтая. Вкусный, съедобный гриб. И вот мы здесь уже папан его 20 лет собирает. Это еще не все, конечно, смотрите. Тут целое жаркое получится, хорошая, большая сковородочка. Отлично, друзья. Мы счастливы. И беленькие есть, и подосиночки. И еще теперь гриб-олень. Красота вообще. Гриб. Смотрите. А, запах какой у него. А, супер, супер гриб вообще. Я знаю, на Дальнем Востоке такие собирают. Кстати, передаю привет на Дальний Восток. Вам привет от грибоискателя. С нашего, с калужских лесов. У нас тоже есть такие грибочки. Подошли к мху, и тут такие стоят. Красавчики беленькие. Ой, нога у него мягкая. Ну, красив. Миш, нога мягкая. Вот еще один. Еще попросил, есть? Чтобы его засняли. Вот он, видал? Ух ты! Друзья! Ну, уже это осенние. Темно шляпой, да? Осенние, белые, да. Березовые, наверное. Обалдеть. Подосиночки. Смотрите, результат, друзья. А вон того-то видел, да? Шикарный. Уже. Так, а это... О, какой вам ху стоит. О, нога, кстати, твердая. Вот это хорош. Ха-ха-ха-ха! Вот это вообще как камень твердый, беляш. Нифига себе. Счастье, папан. Да, каменный белый, наверное. Новый вид? Да, новый. У нас в этом году прям мы все новые и новые грибы открываем. На площадь его посадить, он там на камнях, видишь, пойдет. Продолжаю. Вот это размер, друзья. Смотрите, какие кабаны попались. О! Ху-ху-ху-ху. Понятное дело, что он уже такой взрослый, совсем уже позрел, но такой был. Ну-ка, папан, зацени. Бальзаковский возраст. Бальзаковский? Пойдет, бальзаковский – это самый такой возраст. Меня на работе уже пенсионером называют, хотя мне 36 лет. Это начальник меня ласково зовет пенсионером в 36. Он и семена идет отлично. Да? Все, рассаживаем. Рассаживаем семена. Рассаживаем. О, смотрите, под елочкой прячется. Беленький. Опа. О, молодежь. Ножка сетчатая. Шляпка блестящая после дождя. Иди к нам в корзинку. Смотрите, какой красавчик. Прячется под лапником еловым. Ну, а мы его сейчас... Опа! А это валуй, друзья. Прям белый и белый. А это валуй. Вот это обман этого года. Я верил на 100%, что это белый. Папан говорит. Разведка. Что там? Это твой любимый. Настоящий грусть. Ух ты! Класс! Мясо через край аж свисает. Вот. Один жалко. Классно. Редко попадаешься, там тут настоящие грузы. Зато вот здесь я заприметил, смотрите. Вот стоит солдат подосиновый. То все беленькие попадались, а теперь вот солдатик подосиновый. Классный, кстати. Дождик идет, однако. Да.
Продолжаю. О, опять беленький попался, друзья. Ух ты, не вытаскивается. О. О. А вот этот белый ты не терял? Где? Тут, наверное, уже все. Большой. Большой. Поторопился он. Да, это уже все. А вот этот молоденький, отлично. Красота, друзья. Есть грибочки. Опа. Сейчас, солдатик. Отлично. Корзиночку, друзья. Корзиночка полнится. Смотрите, молоденький белый. Попался. Ух ты, какой красивый. С окоемочкой, смотри, папан. Беленькая. Вообще красавец. Фата у него, наверное. Красив, да чего ж красив, беленький, твердый, красавец. Елочки, друзья, и под елочкой, смотрите. Ух ты, как камень сидит. Он что, не один, что ли? Не хочет вылазить. Ну пойму, там второй, что ли? Он двойной, что ли, смотрите-ка. Нога. Или это нога так у него? Загнулась. А, ты гриб так. Ёкарный, во как он загнулся. Смотрите-ка, яма от него. Вон, видите, грибница там дальше. Ну, я присыпаю его так. Прикрываю. Спрятали. А грибок... Зачетный ты, твердый, молодой. Грибище. Но тут есть еще один красавец, друзья, смотрите. Сейчас покажу. Вот это да. Чудесный просто. Еловый белый гриб. Раз. Ямочку прикрываем. Шикарный просто. Вот это да. Положим его сюда. Вот так вот два грибочка. Красавца. Плюс вот к этой корзине. Фу. Счастье. Какой красавец попался, друзья. Какой идеальный. Твердый. Хороший грибочек. Чего там, папа? Чего? Олени пасутся. Вон оттуда, смотри оттуда. Вон они. Так. Пасутся олени. Они по кругу. Смотри. О, 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 круг огромный. Сколько оленей пасется, друзья. Вон еще. Только оленей собрать на нельзя. Вот. Даже подосиновик. Они его в плен взяли. А, окружили подосиновик. Сколько оленей, друзья. Вот это счастье. Вон они. Мы здесь не сидели, в этом месте. Вон они. Это еще одно место нашли олени. Вот еще. Гриб красавец, смотрите. Счастье есть. Как говорят, большие люди. Все. Все. Полкорзины. Сейчас еще наберем целую кучу. Фу-ху-ху. Ха-ха. Отлично. Поехали. Фу. Ну все, папан. Счастье. Еще отмучились. Фу-ху. Смотрите, друзья, какой итог. Шикарнейший. Одни врага. Оленьих рожек набрали. Но мы любим этот гриб. И на Дальнем Востоке любят. Я видел фильмы. Ну, красавцы вообще, да. Но там еще белые подосиновики. Ну, вы видели в течение фильма. Так что мы счастливы, друзья. Вот это красотища, смотрите. Просто шикарно. Первый раз в этом году. Оленчик. Гриб оленчик, да, первый раз. Шикарно. Ну, я с вами не прощаюсь, потому что мы увидимся дома. Я буду готовить оленя, мы посмотрим, какой он будет по вкусу. Не прощаемся. Ну, а, друзья, почистили мы оленьи рожки.
сегодняшнего похода. Вот так вот они варятся. Белая пена. Сейчас она будет кипеть, мы ее снимем. Доварим 15 минут и будем жарить на сливочном масле. Смотрите, друзья, варится наш ромари. Эти бульон какой желтый. Этот бульон мы сольем, грибочки промоем. Кстати, запах такой грибной такой, но с каким-то другим таким странным привкусом. Ну все, пену мы вот сняли уже практически. Сейчас будем сливать и грибочки промоем, все будем жарить. Ну вот, добавляем сливочное масло. Такой хороший кусочек. И сейчас будем высыпать сюда грибочки. Масло у нас уже пошло. Так, мы его немножко раз. О, отлично, да? И грибочки. Собственно, персона. Все, сейчас будем мешать и жарить. Вот они уже и на подходе, друзья. Наши оленерожки такие. Поджаристые, как макароны. Лесные макароны. Друзья, я их первый раз готовлю. До этого готовил папан. И мама готовила. Я никогда их не готовил. Вот теперь я мой черед настал. Вот так вот помешиваем их, пока они... Я люблю, когда они зажаристые, грибочки получаются такие с корочкой. По сливочному маслу. Ну все, ждем сейчас еще чуть-чуть и все. Ну наконец-то, друзья, дожарились наши грибочки. Получились такие поджаристые. Сейчас будем пробовать. Ух, затуманило. Ну все, друзья, наложил я грибочку себе. Рогатик. Или гриб олень, или ромария желтая. Вот такая красота, друзья. Сейчас будем пробовать. Ну что ж, попробуем. Первый раз я его сам заготовил. Хотя я пробовал гриб-то уже вкусный, я знаю. Свежий вам, горячий еще. О, как будто жареные макароны с курицей. А это ведь просто гриб. Отличный гриб. Надо брать его всегда. Правда, он редко попадается. Красотища, друзья. Все, друзья, берите такой грибок, если найдете. Вкусные грибы отварили, пожарили, съели. Прекрасно. Ну все, друзья, если вам понравился фильм, поставьте лайк или палец вверх. Я вам буду очень признателен. Это помогает в развитии моего канала. Вот. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Еще будет много интересных походов. Еще вообще очень много будет походов. Всю зиму будем смотреть с вами фильмы и ходить по лесу. Так что все, друзья. С вами был Грибоискатель. До новых встреч. Увидимся в лесу. Пока.